А вот арена заведомо сейчас будем. Спать пора. Так, ну ему так не наносится, да? Если просто. Ой. Вот его, веду сюда. Ну, что дальше-то? Рокинбол! Давай! Рокинбол! Мы с тобой разберемся! Мы порешаем все вопросы, понял? Какой конус? На тебе, тварь! Вот и по спине твоей! Итак, ребята, всем здравствуйте. Перед началом моего видеоролика я хочу порекомендовать сайт Яндекс.Маркет. И прямо сегодня ты можешь заказать себе маску Человека-паука для детей и взрослых. То есть смотрите. Вот видите, да? Вот такая есть черная. Как у меня, соответственно. А есть, ребята, красная. Красная, да, классическая маска вот такая вот. Смотри, а какая красивая. Реально красота же, ребята. Так что, кто хочет, обязательно заказываем, не стесняемся. Ну, тем более, Яндекс.Маркет очень качественный, да, всегда. Товары очень качественные, никто не жалуется. Да, и черная вот такая вот тоже есть, как у меня, соответственно, неплохая. Выглядит очень неплохо даже, очень неплохо. Вот, смотри, а, какой. Ну, красота. И вот есть еще бордовый. То есть всякие цвета, что вам понравится, да, что по душе, можно выбрать. Легко и просто. Реально, что больше нравится, отбираем. Еще и так дешево, да, вообще 800 рублей. Вот, ну. Каждый найдет себе все по вкусу. И вот, соответственно, да, заказываем. Заказываем, ребята. И также вы можете использовать мой промокод еще. Звезда АФ. Я тут сказал, да, об этом. Звезда АФ. Покажу вам отзывы. То есть хорошо выглядит, да. Рад покупке, хорошая ткань. Крутая маска по качеству. То есть волноваться не стоит. Заказываем спокойно, да, если есть желание. И все, и пользуемся. Пользуемся, ребята. И, соответственно, вот. Сейчас я скажу об этом, да, звезда. Звезда АФ. У меня промокод есть. Звезда АФ. Сейчас вот я все говорю. Ну, мне захотел вот так записать тогда, да, отдельно все. Что-то все говорит. Что он говорит, не знаю, ребят. Ну вот, Яндекс.Маркет. Соответственно, если вы впервые заказываете что-то, да, на Яндекс.Маркете, то можете использовать мой промокод. Звезда АФ. Если вы впервые, да, зашли что-то заказать. И вот видите, я говорю об этом. Вот, да. Звезда F. Если вы впервые здесь, то заказывайте. Не бойтесь, и будет вам скидка. А промокод действует аж до июня или даже июля, ребята. Представляете, очень долго. Так что успеваем. Успеваем. Если есть желание что-то заказать, заказываем на Яндекс.Маркете, да, используем мой промокод. И все, будет вам скидка, не пожалеете, реально. Заказывать. Много чего тут есть, разнообразные товары, еще и качественные, так что это стоит того, это стоит. Ой, кепка упала у меня, ё-моё, ну как вот так я? Что-то, ну, растерялся я. Ну и вот, заказываем на Яндекс.Маркет маску, если есть, да, потребность, если вы хотите, заказываем. И кайфуем, ребята, реально, чилим. Отдыхаем. И вообще, чтобы у вас все было прекрасно. Вот и все. Вот. Да, да, Яндекс.Маркет. Поехали. Мы возвращаемся. Да, Яндекс.Маркет. Хороший сайт. Заказываем. Не пожалеете. Качественно. И быстро. Яндекс.Маркет. Топ. Ура. Вот опять я не знаю, ну как это, вот как разбираться? Я не знаю, как разбираться, ребят, не понимаю я ничего. Ну извините меня, ну не могу я сразу. Ну что ж, ребята, что ж мы с вами? Все? Все, ребята, есть! Чё, как пацики, сам я некий, да ё-моё, чё, не нажалось? Не нажалось, ребят, ну как вот?
Ультимейт Спайдермен, и я с вами, легенда Naked Джим. Сегодня мы с вами вновь возвращаемся в эту прекрасную игру, да, как правильно, Ultimate или Ultimate Spider-Man, вроде Ultimate, ребята, то есть самый невероятный, самый прекрасный, легендарный Человек-паук, то есть максимально, да, насколько это возможно, он крутой. Так вот, и в прошлый раз мы сами смогли поиграть за Венома, да, уже в прошлый раз мы сами играли за него. И вот я до сих пор, да, мне до сих пор кажется, как будто есть какие-то фризы, как будто у меня реально лагает игра. Я надеюсь, что мне только кажется так, я не знаю, честно, как оно на самом деле. Потому что, ну я хз, сколько у меня сейчас FPS, вообще должно быть 60 и больше. А может какие-то есть границы, да, ограничения, я же не знаю. Короче, вот, ребята, играем. И сейчас у нас уже открыта миссия. И сегодня, ребята, хочу опять же вам сказать всем спасибо, да. Всем спасибо, я еще раз посмотрю. Все нормально, да, записывается. Вот я рад. Я надеюсь, что я потом все нормально это смонтирую. Да, все будет хорошо, короче. Потому что у меня сейчас и монитор. Но мне дали монитор. Дали мне монитор, да, конечно, не такой уже квадрат, но все равно есть немного квадратизм, да, такой, я имею в виду, разрешение не полностью, так сказать, горизонтальное, но все равно лучше, стало лучше, видите, качество, стало получше в любом случае. Так что спасибо этому человеку, я ему передаю привет, да, Морфеус, спасибо тебе за монитор, реально, я вот так тебе скажу, реально, спасибо тебе. И, конечно же, ребята, я записываюсь сегодня на новый микрофон. Новый микрофон у меня вот. Не знаю, как слышно, вроде нормально должно быть вообще, суперски. Я очень надеюсь на это. Вот сейчас... Кто бибип? Не надо мне тут-то бибикать, ё-моё. Так что, ребят, я очень надеюсь, что все будет прекрасно, просто замечательно. Так, жетон ориентиры какие-то. Найдите еще, чтобы продвинуться по сюжету и блокировать костюмы. Главное, чтобы вот этот микрофон был лучше предыдущего, да? Что не зря я вообще купил его. Так, секретный жетон, какие-то дополнительные костюмы. Ребят, чего тут только нету, а? Ну мы с вами начинаем миссию следующую. A creature described by eyewitnesses as looking, quote, sort of like a rhinoceros, but bigger, is rampaging through the streets of the city. We have not yet confirmed reports that this is the same creature that Iron Man... Что-то там... Hey, you remember the big... В городе плохо. You're gonna have to be more specific. Чего? Аналус? Проиграл! 10 minutes there, kick the rhino guy in the ding-ding, and 10 minutes to get back. Get back? Что она несет? Что ты делаешь? Чего? Какой луз? Я не луз! Я всегда готов спасать этот мир! Какой луз? Я винер! Ё-моё, луз! Сама ты луз, ёпта! Чё вообще говорит, а, такое? Так, что-то произошло, короче, у нас. Ё-моё! Ё-моё! Что такое? У меня нос аж зачесался. Ё-моё, реально, он говорит, нос все чешется и чешется. Так, ой. Что? Вон, отдай, я могу умереть. Спасаем. Спасаем. Красный контур означает, что опускать нельзя. Небезопасно. Так, а как? Куда надо? Куда надо? Куда надо? Вот сюда? Ляха-муха, а? Ну куда тебя покласть-то, ёп? Вот. Все. Найс. Я спас, Чека. Чек-паук спасает людей. Так. ТВ крадут. Телевизоры. Бандиты. Да? Ё-моё, ну что... Что только не происходит в этом городе, а? Чего только реально не произойдет. Вот слушайте, каждый раз что-то да вот такое. Необычное. Синяя! Ё-моё! Извиняюсь. Чешется прям! Вроде все полегче. Так, синее сияние означает, что Спайдермен может взаимодействовать с объектом. Стань рядом с телевизором. А, с телевизором? А,
мы должны поднять, да? Вот. О, Грейт, спасибо, хорошо. Да все, все, вылезай. Так, все, нормально. А чё ты не бежишь-то? Смотри, что-то присел. Так, какой-то скул... Чего? Скул тест? Школьный тест какой-то? Про что он говорит вообще? Так, ну давайте разберемся уже с этими дурачками. Так, опа, опа, на! Вот так тебе, шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп, дружак, и все. Так. Опа! Так, еще, давай, давай, дружок, давай. Опа, полетел. Полетел отсюда вон. Так, ТВ. А ТВ не надо возвращать, нет? А что такой маленький ТВ? Ну ладно, нельзя. А то себе вы забрали-то, а что? Раз никому не надо. My body, что-то мое тело болит. Или что он говорит? Что-то он что говорит, я не понимаю. Так, good, вот так, good, вот сюда, да? И поднять опять. Ага, я понял. Так, давай, дружочек, до конца делаем дела. Вот так спасаем мы людей. А? Вытащите из ямы, так. Из ямы тебя вытаскиваем, мадам. Оп! И все. Well, чего? Что вообще происходит? Подожди. Я подумал, я взорвался уже. Так, ладно, давай. Вот это, да, надо? Ё-моё, смотри, а? Какой ужас вообще. А что такое происходит-то? Тут опять это, злодей какой-то или чё? Это творит. Носорог? Носорог? Или кто? Ой. Да что делать-то надо? Блин, сейчас умрёт. Быстро жмите, ну. Да я же жму, я жму. Жму. Алло. Ты что? Капец какой-то, я же жал и так. Так, ребят, подожди. Ой-ой-ой, тут надо еще успевать по времени. Тут какие-то есть режимы всякие, режимы. Какие-то режимы есть, я вот не знаю. Я вот не знаю, как это работает, мне надо разобраться пока что. Че к чему? Вот так, я думаю, нормально, да? Это со всех сторон вроде показывает. То есть отовсюду. Короче, я буду смотреть, да, настраивать со временем. Я очень надеюсь, что все будет прям хорошо. Так. Фриз! Вот, я же знал! Я знал, что это сорок! Ну! Тут и так все ясно сразу. Ё-моё, ребята. Ну вот он, вот он. Вот он. Эй, ты! Ты слишком горячий! А, я ладно, я испугался, не трогай. Ой, сейчас ой, шиндарахнет. Ой-ой-ой, ну смотри, что. Вот так вот, ребята. Вот так вот. А вот это, я помню, была моя самая нелюбимая миссия. Я, по-моему, не мог пройти. Не переживай. Моя спина, мои руки, мои ноги, все болит. Но ничего страшного, мы справимся. Побежал, а, дурачок. Дурачок побежал. Ладно, сейчас догоним. Так. Ну-ка, подожди. Вот смотри, а? Смотри, а какой негодяй. Всем жизнь ломает. Вот чё к чему, а? Что они тебе сделали? Что они тебе сделали? Ничего. За что ты так? Так. За что так с людьми? Подожди, F. Вот так, да? Just once. Скорпион что-то говорит. Вы слышите, да? Скорпион. Что-то про скорпиона. Типа они как-то связаны с носорогом или что? Ой, жетон пропустил. Ну ничего, ладно. Ничего страшного, пойдем. Так. Ой-ой-ой, смотри, все ломает, ребята, вообще. Так, область. А, что? Вот сюда? Ну давай, бросаем их. Давай. Вот так, оп. На тебе по башке. Вот так, лежать. Так, оп, есть.
Да гаси его, гаси, пристрели его! Пристрели. А, все. Блин, а я не понял. Ну ладно, сейчас, все, да? Я прошел, короче. А, теперь будет босс, как боссом. Так, бешеный чел, говорит он, да, бешеный парень и этот. Этот, Рокки Болс, это, ну вот, вот это и есть, Рокки Болс, вот это, да? Груша, короче. Ага. Сейчас мы должны ей, походу, прибить его, да? Получается. А, что? А что не так? А почему... Подожди, я что-то не понял, а почему? А! Он бросил потому что, или что? Цемент, crazy guy. This gives me an idea. Хорошая идея, говорит. А чё, а как это сделать? Конус, говорит. Какой конус? На тебе, тварь! Вот тебе по спине твоей! Дурак, сука. Иди в свою помойку или куда-то там, в клетку свою. Возвращайся, так. Маконус. Майконус. Какой конус? Что? Что ты говоришь-то? Какой конус? Какой конус? Что ты вообще несешь, а? Дурак. Ё-моё. Так. У меня же голова заболела от тебя, дурака такого. Так. Майконус. Какой конус? Здесь все устрою. Похорону устрою тебе. Так. Погоди, а как сделать-то? Я ничего не понял. Ну, Сирус, Маконус. Ой, бля. Ну ты, конечно, молодец, носорожек, а? Молодец. Ну падай, чё я тебе скажу? Падай, ё-моё, мы с тобой разберемся, знаешь? Мы порешаем все вопросы, понял? Ты просто так отсюда не уйдешь. Уже никак. Так. Конус, ё-моё, надо ему конус. Ага. Конусы, ёпта. Так, давай. Бом. Все, готово. Not blessed. Так, подожди, а как это сделать-то еще? Не пойму. Вот нажать надо или что? Подожди, я не... А как рок-н-боллы? Я ничего не понял. Ага, я тебя уничтожу, говорит. Ну давай попробуй. Давай, раз такой крутой, давай, покажи мне, что ты можешь, ты же ничего не можешь, дурак ты просто, ага, все одно и то же повторяешь ты, сколько можно, вот так, долбим его, вот так тебе по роже твоей, чтоб не выпендривался ты. Не выпендривался, понял? Ой, улетел я что-то. Нифига себе. Оп! А нифига, вы видите, да, как я отлетаю вообще? Это жестко. А шо, а как это сделать? Подожди, не трогай это. Я тебе сказал, не трогай. Как это сделать-то, погоди. Ой, дурак, что ты все... Скачешь. Так. Вот. Я о чем и говорю. Я вот эту миссию не мог пройти. Тогда, я помню, я играл. И вот сейчас у меня опять не получается. Так. Да ё-мо, ударь ты его уже. Ударь. Вот. Все, бьем. Бьем. Давай. Вот так ему. Что ему, мотать надо или что? Я не знаю, что делать-то. Что мне делать? Ё-моё, ну ты, конечно, дурак, а? Ты иди уже, поспи. Или что, я не знаю, расслабься. Дурачок такой. Ну-ка, у меня уже руки устали тебя бить. Нажимать тебе клавиши все. А ты никак не помираешь. Как это вообще так получается? Подожди, не, что-то подожди. Что-то я не понял.
Вы поняли, ребят? Как это вообще проходить? Как? Я что-то вообще не допер никак. Так, я не знаю, тут громкость кто-то еще, да? Громкость, вот, видите? Наверное, слышно, да? Я не знаю, вот так лучше, не лучше. Короче, вот так оставлю, наверное. Ну, главное, чтобы меня было слышно. Главное, чтобы было слышно. Так. Ну, не знаю, что делать-то. Давай, ну давай конусы, конусы, ёпары сате, умирай уже, умирай, тварь. Так. А, может вот так? Может он приманит сюда? Слушай, о! А он опять... Ну-ка, погоди, может реально, кстати? Давай попробуем. Его, наверное, надо приманить. Приманить сюда. Во-во-во-во-во-во. Ну-ка, давай. Он пойдет? Пойдешь сюда или нет? Он не идет. А что мне тогда предлагаете? Ну давай, давай. Как это работает? Not yet. Еще нет, говорит. Слышите, да? Нет, еще говорит. А как тогда? О! Так вот, вот. Мы его отвели. Что я вообще не понял. Сколько мне вот так вот долбить, а? Ну. Давай, иди сюда. Все, я понял, погоди. Подожди, сюда. Еще. Не понял я. А как? Ну-ка, давай, давай, подожди, подожди. Что-то нажать, что ли? Ну-ка. Давай. Иди ко мне. Иди сюда. Давай, давай, иди. Так не работает. Как? Джампинг. Да ёб, джампинг. Ну давай. Вот его, веду сюда, веду. Ну, что дальше-то? Рокинбол, 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 давай, рокинбол! Вот, вот, ребята, вот. Неужели я додумался? Додумался я. Так, окей. Ой, я пока эту зону увидел, да, куда его надо-то? Я-то не понял сразу. Так, ой. Ну хотя бы, блядь, сак, сак. Ну вот, сак ин сак. Опять не догнал. Он ушел, ну да. А что мне делать? Повторять. Так, давай, давай, давай. Давай, давай. Опа, а что это мы горим? А что это у вас? Че, плохо, да? Плохо пятачку-то. Плохо тебе, плохо. А давай мы добьем это, добьем тебя. Вот так, вот так, вот так. Опа, 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 опа. И все. Родной ты мой. Ну а нечего тут это. Шалить не надо, шалить! Ёпта! Шалить не надо, ты чё? Ну-ка успокоился быстро, ты чего это? Ой-ой-ой-ой-ой! Ну даешь ты, слушай, а? Смотри, а какой деловой. Так. О! Прыг-скок! Давай! Опа, да вот так тебе! Вот так тебе, вот так вот! Так, ну сейчас главное уклоняться, ребята. Ой-ой-ой, тихо. Видите, он какой злой стал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да не надо меня бить! Не надо, не трогай, нет! Ну что, давай уже, давай порешаем словами все-таки, а? Ну ты же разговаривать со мной не хочешь, ты не хочешь со мной разговаривать, ну и все, что мне остается? Только драться, вот так, бум-бум-бум, и все. Сейчас мы тебя прибьем, а, сволочь? Сволочь! Слишком ты, а? Занервничал что-то, ой, нифига он бежит, а?
Мне же реально страшно. Ой. Пиздец. Так, ладно. А как уворот, поворот? Ой, только так, да? Прыг, скок и все. Тара-тара-тара-тар. Так, тихо. Блин, хотя бы с этим рок-н-бол разобрался, да? Рок-н-бол этот. Так. Повезло мне, так. Тихо. Давай, добиваем. Ну ёба, сейчас умру так. Так, ну ему так не наносится, да? Если просто. Ой. Ну? Нифига он! Нифига он бегает! И вы чё, угораете что ли? Куда так быстро? Что это такое? Вы чё? Я умер! Вы чего вообще творите? Зачем так сложно-то? Вы чё? Ну нифига себе он! Какой сильный-то, а? Так, ладно, давай еще раз сейчас попробуем. Так, подожди. Я вроде на нормальной, да? Я на нормальной сложности играю так-то. На нормальной сложности. А может это просто вот так? И все? А, вот у машины сюда кидает, нифига. Литермен какой-то, Литермен, Вайтермен, что-то он там. Спайдермен, я Спайдермен. Вот так тебе. Спина, чтобы твоя не болела. Спина твоя. Так. А вот так ему все равно, да, его не побьешь, короче. Не наносится урон. О, ребят, не, крутая игра, а? Крутая, вот не знаю, мне нравится прям. Но тяжело иногда бывает, конечно же. Как обычно. Для меня-то. Ой. Дестрою! Давай, попробуй. Второй раз не получится уже. Второй раз точно нет. Так, давай. Оп! Пара-па-пап! А где я? А где? А, ты что, не залез, что ли? Ты что? Давай. Уничтожим эту тварь. Ой-ой-ой. А то будет так все крушить, ломать. А зачем? Весь город поломают. И все, и жить негде будет нам. Не только же нам, а и вообще всем на свете будет. Ё-моё. Блин, надо как будто микрофон проверить. Ну, я не знаю. Ну, потом проверю, ладно. Сейчас тут победим эту, да, скотину. И посмотрю тогда. Посмотрю я реально. А то боюсь опять. Боюсь я. И как камера тоже, да? Записывает меня тоже. Я не знаю. Так. Ой-ой-ой. А все. Спать пора. Ой. Вот да. Ложись и отдыхай. Все, дружище. Хватит на сегодня прогулочек. А тут совсем уже разошелся ты, слушай, а? Ты чего, а? Я главный на районе, не ты. Я звезда. А ты что? Ты что-то там надумал? Решил устроить это? Танцпол, что ли, или что? Что ты захотел-то, я не пойму. Вот посмотри, а, на него. Никак не угомонится. Ой, сейчас будет опять жесть, да? У тебя будет полная жесть, ребята, походу. Ой-ой-ой, смотри, какой, а! Ой-о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 й
Давай, давай, добиваем, добиваем, добиваем. Так, и все, и последний раз, да? Последний раз вытерпеть. Последний раз, и все. Давай, давай, дружок, дружок. Дружок, дружок. Все, есть, есть, есть. Да? Спайдермен! Спайдермен! Вот так тебе, вот так!
Неужели получилось? Ну вот, хотя бы со второго раза. Траск? Траск? Why does that name seem so familiar? Доктор же... Доктор? Back away from me, Mash Avenger! My diminutive corpus will not withstand your contumelious defeasance! Not with the big words again. Чего? Это небольшая работа, дружок. Ты сам напросился, и мы тебя чуть не убили. Повесили его. Повесили ментам, да? Ментам его оставили, короче. Ой, что-то заболела голова. Нифига себе. Интуиция, да? Чутьё. My skull? Что за skull? Что-то чувствует. Ладно. Так, что-то не так, да? Расслабься, Спайдермен не должен тревожиться. Так. Что-то ладно, kill me, что-то убить кто-то хочет. Человека-паука, да? Все городские цели выполнены, доступна новая сюжетная... О, уже. Ребята, уже сразу доступно, да? Нифига себе, так. Вот это круто, а то это все мутился, да, искал у тебя жетон, а вот жетон опять. Ё-моё, вообще легко и просто. А, сейчас опять за Венома, что ли? Реально? То есть будет Человек-паук и Веном, да, вот так все чередоваться. Нифига себе они сделали как. Если реально так, то круто. Но если даже за Человека-паука, то тоже ничего страшного. Мне тоже нравится и так, и так. Короче, ребят, сейчас я посмотрю, как оно вообще все пишется. Мне интересно узнать. И я продолжу, да, мы будем с вами еще миссию, да, соответственно, проходить, конечно же. Сейчас, ребят, секунду. Так, сейчас. Вот, все, ребята, я посмотрел. Ну, звук вроде хороший, звук вроде лучше, чем тот микрофон, да, записывал. То есть уже неплохо, я думаю, будет. И не придется долго маяться со всем этим. Главное просто понять, как он работает, и тогда уже точно разберусь, да, как что там поставить, и тогда вообще без проблем будет все. И вот разрешение поменялось, у меня теперь как будто другое, надо как-то это тоже все корректировать. Ну посмотрим. Если будет как-то не так, как обычно, да, ребята, извините. Но я думаю, прям уж плохо не будет все, да, настолько, чтобы совсем. Так что, ребят, не переживаем, я думаю, все будет прекрасно. Я думаю, звук будет точно лучше. Я вот так вот послушал, да, немного. И не орёт, и слышно, да, без всяких таких... Вот такого нету там вроде. Может, пока что нету, а может, сейчас будет. Ну, не знаю, короче. Я думаю, все хорошо. Так. Главное, самому так просто не делать это ПП, да, и все, ПП вот это. Пр-пр. И тогда нормально. Так, все, полетели, ребята. Полетели. Я думаю, еще одна миссия будет вообще прекрасно. Там жетон был, ну жетон эти. Или что, или соберем жетон. Жетон этот. Ё-моё, везде вот так разожили их. Так, давай. Оп. Так что со временем я все равно все настрою как надо. И это. И не надо там. Да, если что-то не так, расстраиваться. Ну. Если что, я поправлю, ну, если совсем плохо все. Так. Оп! Давай, Человек-паук. Лучший в мире супергерой. Таких больше нет. Так. Запомните. О, летит. Просто непобедимый во всем мире. Сегодня еще погода просто, ребят, погода, ой-ой-ой. Ну, я вам говорю, я просмотрю, да, на окно... через окно на погоду и солнце просто блистает, не знаю, сегодня прямо красиво очень, не знаю, вот так бы всегда было, а? Так. Он в Сибири, ну и в Сибири же, и вот так вот солнечно. Так, Менвайл, не знаю. Что-то воспоминание? That's our boy. Эдди Брок. Where's the suit? Что он сыт?
Здесь чуть-чуть. А, стреляй, да, говорит, стреляй. Они стрельнули. Или что? Какой суд? Что за суд? Я такого не знаю. А вот арена за Венома сейчас будем. Да ладно, серьезно. Подожди, что такое суд? Суд. Вообще впервые слышу такое слово. Я, конечно, не мастер английского, да, не мастер, но половину слов знаю, так, в принципе, если говорить, да? The suit. The suit. Ну и что это такое? Костюм. Костюм. Слышите? Костюм! Костюм, говорит! Комбинезон! Типа, ты чё? Надо снять с него костюм? Или что они имели в виду? Так. Используй машину в качестве оружия. Дважды? Вот так, что ли? Да ладно! Он так может! Что-то ни в кого не попал, конечно. Как так вообще, не понял. Так, ладно, давай. Разбираемся с этими дураками. Ну, безумцами, которые решили напасть на Венома. Это же надо тогда решиться. Нифига себе. Вот дураки, а. А че, их только вот так хватать и все? О! А ты брось! Можно жрать, и хп восстанавливать там. Вот так, оп! А-та-та, дружочек, ну что ж ты, а? А как его бросить-то? Подожди, ничего не понял, подожди. Вот беру я, да, человека, и чё? Чё делать, подожди. Вот, ну и как бросить? Как бросить-то? Ой, короче, давай его сожрём, а уже. Как тебя жрать-то? Да жри его, жри! Ну, все, хорошо. Только хп что-то нифига не восстановил. Так, давай вот этих пожрём. F, затем Q для разбивания лица врага. О, разбивание лица, нифига. Для бросания FF, о. Нажми Q, затем F для выполнения сложного движения. Вот. А, вот так? Чего? Бам! Они так умирают сразу, слышь? Еп! Офигеть! Смотри, умирает просто, бам, и все, и нету его. Так, хп мне дайте, а? Хп мне поесть надо. Вы что, не даете мне поесть? Так. Подожди, оп. Да как тебя убить-то? О, давай. Ты что, спину сломал? Офига себе. Просто на куски разорвал его. Так. Давай, что-нибудь делай там. О. А то он сейчас убьют. Да ёпарс, как сложно-то играть, за него? Я не могу понять. Как это делать? Я жму, и ничего не делает. Вот. Вот так тебе. Все, нет. У меня хп-то уже не осталось нифига. Мне поесть надо опять. Да как жрать-то? Как жрать? Я не понимаю. Я же мужик, это, мышь. Да что ты, делаешь? Нажми и держи ЛКМ. Окей, понял, вроде понял. Так. Ну что пишет, да? А то так бы не догадался сам. Пишет хотя бы мне, как это делать. О. Да давай вот так возьмем. Бабах, друзья. Не ожидали, да? Не ожидали? А вот он я такой, крутой. Так, давай жри его, жри. Скорее жри. Только жрать и надо нам. Только жрать. Ам-ням-ням-ням-ням. Ай, какой вкусный шашлык. Шашлык.
Готово. Готово, готово. Пра-па-пап. Все, да? Ну я не удивлен, что я справляюсь так. Да, вот так. Бам! Все, и умер, Блин, офигеть, не, круто сделали, а? Вы представьте такую, вот в каком, пятом году, да? Пятый год! Пятого года играю, вот такая вот прикольная, офигеть просто. Нет, тогда я помню, я его увидел, я, конечно, офигел. Офига себе. Сейчас ты смотришь, ну типа, ну да, неплохо, да? Неплохо все равно. Но какие были эмоции тогда, это просто не сравнить. Так. Ну и что сейчас я чувствую? Ну, никак. Так, бам. Нормально, нормально. Сейчас поедим с тобой. О. А там еще, смотри, еще прибежали уже. Когда успели? Еще едет, еще. Офигеть. Откуда вас столько, а, ребята? Откуда вас столько? Скажите мне. Сейчас я вас всех поем. А то умру я. Скоро. Если не поем. Оп. Давай, давай, жри, жри, жри всех подряд вообще. Нормально. Действуем. Так. Оп. О, есть. Давай, оп. Ну, сейчас полное хп восстановим так, пацаны. Или вообще легко. О. Вот и все. Так, а ты последний дурачок, оп. И все, и все, и готово. Он умер. Все, да, или еще? А там кто это едет? Там кто-то еще остался вроде, ну ладно. Значит, не, не надо, значит. Оп. Так, давай, давай, разбираемся, разбираемся со всеми. Давай, давай. О. А-тя-тя, дружок. Поспи-ка ты, часок. Ха, поспи-ка. Так. Я уже обожрался, ё-моё, обожрался. Во столько много, миллион, ё-моё. Только можно-то бегать уже за мной. Так. Сами мне лезут, да? Сами лезут в рот. Реально, и все. А я всех жру, жру, смотри, вообще. Вообще легко и просто. Одну кнопку жму. Реально, одну кнопку и все. Что такое? Что это было сейчас? Это босс? Или что это было? Ну ладно. Пофиг, пофиг нам, пофиг. Так. Давай заберем жетон. О. Сейчас костюмы должны открываться, да? Костюмы еще какие-то прикольные, видимо. Так. Будем все смотреть. Будем все смотреть, да, разбираться, что к чему. Так. Давай, давай, гаси его. О. Давайте, последнее, да, надеюсь уже. А тут, ну, ну реально, ну идите уже, я не знаю, отдохните хоть. Вам не надоело со мной пытаться справиться. Ну что это такое, а? На что вы надеетесь, на что? Если я просто беру и вас ем. Вас ем и все. Ну вот реально, я не понимаю вас. Что вы делаете, а? Что вы делаете? Давай, вкусно, вкусно, деликатесы мои. Все едут и едут, ребята, едут и едут, офигеть. А так и должно быть, да? Так и должно быть, реально. Просто я уже столько дерусь, я не знаю, сколько. Минут 15 как будто, да? Или сколько? Реально долго что-то. Ой, ё-красота. Я же все правильно делаю. Как я понимаю, надеюсь. Так, ладно, давай, короче, гасите хоть. ХП у нас полное, восстановили, так что без разницы. Давай, 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 давай. Оп! Тара-тара-пап! Пара-пара-пап! Пара-пара-пап-пап! О! И машина. А машину вон. Вон отсюда пошла. Ха, полетела.
Так. И чё? Бам. Бам. Полетел второй. Третий полетел тоже за ним. Немного промахнулся, но ничего. Так. Ой. Отсюда. Я что-то должен сделать или что? Я не понимаю просто. Ну я же всех убиваю. Что не так? Все! Все, я справился! Неужели? Наконец. Сожрала всех. Наконец сожрала всех. Вот. Великий неповторимый Веном. Ловли. Ловли. А ловля. А ловля ваша закончена, ловля. Ловля ни о чем ваша. Че не ясно-то? На что вы вообще надеялись? На что вы надеялись? А? На что? А вот только Человек-паук. Только Человек-паук может такое сделать. Убить Венома, да? Справиться с ним. Теперь Спайдермен может проводить. Че после атаки какие-то че? Какие че? Чрезвычайные или что? Супер великолепные? Человеческие или что? Не понял я, короче. Ну ладно, какие-то че? Че способности? Суперспособности. Так, нифига он взлетел, видели, как он это сделал? Как-то он прям подлетел вот так вот наверх. Я не знаю, как он это сделал. Так. Что там по карте нашей? Посмотрим, так. Легенда, легенда. Легенда. Блин, я в прошлый раз все заметил, да, легенда. Ну карта, типа, это легенда и есть. Ну правильно. Карта все знает, все это помогает, ну. Легенда, конечно. Так, ладно, короче. Нам сейчас, походу, надо что-то делать, да? Что-то делать надо, да? Турниров, туров, городских туров каких-то надо выполнить, еще один. Один остался, какой-то тур. Не знаю, что это такое, ребят, но надо узнавать. Может, вот это? Или что, надо спасти кого-то? Так, оп, все. Городское событие, успех. Ну, это не то, ребята. Короче, ладно. Я думаю, на сегодня нормально поиграли, да, две миссии прошли с вами, и за Венома, и за Человека-паука. В принципе, все идет как надо, да, и носорог. Простой, да, на самом деле, если бы я сразу понял, как это вообще, да, с этим Рогенбол, Рокобол, не знаю. Ну, с этим шаром, короче, металлическим, как делать, что. Конечно, я бы сразу прошел, а так, пока я догадался, конечно же, ну, как обычно. Короче, ребята, о, гонки опять. Вижу я. Не знаю, что за туры? Что за туры? Я не понял, ну поди. А, вот это, наверное. Ё-моё, нос. Да нос, перестань чесаться, мой нос. Что такое-то? Вот это, наверное, да, вот это. Оно есть. Видимо. Короче, будем в следующий раз смотреть, да, проходить дальше. Ребята, всем спасибо. Я надеюсь, что вам все понравилось, да, я вот сегодня, наконец-таки, с новым микрофоном, который я ждал уже, я не знаю, как будто месяц целый, да, он наконец со мною, и я надеюсь, что надолго, да, это все не зря, и, короче, будем с вами продолжать обязательно, да, это все, сейчас буду записывать, стараться почаще видео, и чем ближе лето, тем, я надеюсь, проще все будет, да, мне, соответственно, выкладывать. Так что, ребят, не забываем про лайки, да, комментарии. Пишем. Там советуем игры всякие, да, если вы что-то хотите увидеть. Конечно же, я увижу ваш комментарий. В любом случае. Так что, ребята, все. Спасибо вам всем, кто досмотрел до самого конца. Вот такая серия у нас сегодняшняя. Да. Человек-паук. Человек-паучок. Так что все, ребят, не болеем. Двигаемся. Кайфуем. Наслаждаемся жизнью, не грустим. Всем вам удачи, ребята. Всем вам пока-пока, ребята. С вами был я, Некит, и Человек-паук. Вот так. Вот так он пляшет.
Спонсор диска, а какой? Оп-оп-оп-оп! Так что все, ребят. Всем удачи и пока-пока, ребят. Пока-пока.